Что еще хотите спросить? Спасибо большое. Лучше помолчать. У тебя в стране мы не молчим. Трудно, но получалось. Да. Вы так себе не заработаете даже на хлеб. Вы приходите ко мне вечером. Все нормально. Не понял. А тебе тяжело молчать, когда тебя не спрашивают? Да. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Нет. Ну, смотря какие вопросы. Вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Нет, не тяжело. Молчать не тяжело. Тяжело. Спасибо за ответ. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Нет. Спасибо. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Нет, я все время разговариваю того, что у меня фамилия Шумилов. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Что? Вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Я спокойно отношусь. А вы? То же самое. Лучше помолчать. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Ой. Тяжело. Спасибо. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Тяжело молчать? Когда вас не спрашивают. Нет, нормально. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? А у себя в стране мы не молчим. Трудно, но получалось. Да. Спасибо. Да нет. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Когда меня не спрашивают? Нет, мне тяжело. Тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Нет. Спасибо. Тяжело ли вам молчать, когда вас не спрашивают? Это такой философский какой-то, да, диспут, да, получается. Да, философский. Вот нам интересно. Тяжело ли мне молчать, когда меня не спрашивают? Тут другой вопрос. Стоит ли высказываться, когда на самом деле тебя не спрашивают? В том ключе получается. А зачем тогда вообще разговоры заводить, если по факту тебя в него не приглашают? Логично. Точно так же можно сказать, у нас создали прецедент, да, Донецкую Народную Республику. Нас никто не спрашивал, надо нам как это называют, где у нас батька Лукашенко, в Минске ехать или нет. Нас туда пригласили? Нет. Но нас не спрашивали. Стоило ли нам вообще начинать разговор? Тоже никто не спрашивал. Ну, наверное, есть определенная необходимость иногда вмешиваться в разговор. Спасибо вам большое. Скажите, тяжело ли вам молчать, когда вас не спрашивают? Что, моя радость, вы какой канал? Мы канал newsua.ru. Еще повторите вопрос. Тяжело ли вам молчать, когда вас не спрашивают? Нормально. Нормально. Я в себе, я сам с собой разговариваю тогда. Вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Не поняла. Вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Нет. Нормально, да? Нормально. Легко. Спасибо. Наверное, нет, не знаю. Тяжело молчать, когда вас не спрашивают, да, Юрий? Тяжело. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Нет, все нормально. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Нет. То есть тяжело молчать, когда вас не спрашивают, да или нет? Да нет. Тяжело молчать, когда вас не спрашивают? В смысле? Я не поняла вашего вопроса, может быть. Ну, когда вас не спрашивают, вам хочется что-то сказать? Или вы можете промолчать, спокойно не отреагировать? Можете, промолчать, да? Спасибо. Скажите, пожалуйста, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Ну, значит, даже другой раз разговаривать не хочется. Бывает. А вообще я из разговорчивых. Спасибо. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Нет, не тяжело. Спасибо. Тяжело молчать, когда не спрашивают? По-разному. От настроения зависит. Нет, ну когда, смотря какая ситуация, да. Спасибо. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Нет, не тяжело, я люблю молчать. Нет. Не тяжело совсем. Спасибо. Тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Да, тяжело. Спасибо. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Тяжело ли вам молчать, когда вас не спрашивают? Нет, не тяжело. Нормально. Я могу неделями молчать. Спасибо большое. Пожалуйста. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Нет. Спасибо. Тяжело ли вам молчать, когда вас не спрашивают? Нет, я отвечаю сразу. Спасибо. Скажите, вам тяжело молчать, когда вас не спрашивают? Что вы хотите спросить?
Мы спрашиваем, тяжело ли вам молчать, когда вас не спрашивают. Вы будете молчать или будете отвечать? Все равно. Да все равно. Будете отвечать. Что будут спрашивать, то буду отвечать. Спасибо.